Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу снять распаковку вот этого пылесосика. Почему хочу снять распаковку этого пылесоса? Поскольку я не проверил его в магазине. То есть я торопился, не проверил в магазине. И надо посмотреть, что же у него входит в комплект. Что вообще там есть у него. В общем, давайте приступим к вскрытию. Хотел я взять пылесос с контейнером или турбоциклон или циклон, но продавец мне посоветовал, поскольку есть дома домашние животные, лучше взять мешковой, поскольку он помощнее и будет лучше всасывать пыль. Этот пылесос 1600 ватт, ну и в принципе никаких особых наворотов в нем нету. Был такой же, чуть подороже, с турбощеткой, но от него меня тоже отговорили, поскольку на эту турбощетку, которая щетиной скрутящейся внутри, будет наматываться шерсть и будет проблематично каждый раз эту шерсть состригать. Ну что же, давайте вскроем. Покупал я его в технопарке, покупал, ну, в недорогой ценовой категории, 6000, вот. Торопился, не проверил, и давайте посмотрим, насколько честны продавцы и насколько хорош товар в технопарке, можно ли брать вот так вот, не проверяя, как я. Что же входит в комплект у него? Вот это вот это, как я понял, телескопическая трубка, причем телескопическая трубка алюминий, наверное, но такая увесистая, особенно в собранном виде, такая хорошая дубиночка, тяжелая телескопическая трубка. Вложим ее сюда. Здесь инструкция по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации на нескольких языках, в том числе присутствует и русский язык, что очень приятно. Ну, в принципе, это Samsung, хотя продавец мне тоже сразу сказал, что хотя это Samsung, но собрано тоже все в Китае. То есть немного не отходим, ну, не отходим мы от концепции канала, все равно это Китай. Итак, отвлек телефонный звонок, но продолжим. Значит, еще идет шланг в комплекте. Шланг не длинный, но я думаю, длинный он и не нужен. Защелка. Здесь он не крутится, он должен крутиться в пылесосе. Здесь вот есть такая вот функция. Кстати, на многих пылесосах видел вот эту функцию. Я понимаю, что это для уменьшения тяги. Но все-таки, может, кто-нибудь знает поподробнее. Если знаете, скажите в описании, зачем нужна это уменьшение тяги. Я толком не знаю. И вот хочу поинтересоваться у вас. Едем дальше. И вот сама щетка. Сама щеточка. Значит, здесь щетка щетинкой, которая вот поднимается, это для сбора песка, ворса. И здесь еще есть силиконовая вставочка, которая не опускается, она здесь постоянно. Но я думаю, удобная штука, не знаю, проверим. Установлены колесики, так что вот такая вот щеточка. Продолжаем, смотрим, что еще есть у нас. И, наверное, все, сам пылесос. Достаем пылесос, убираем коробку. Вот такой вот пылесос. Вот. Довольно-таки тяжелый. Весит где-то, ну, килограмма 3, наверное, может 2,5, но тяжеловатенький. Значит, что? Шланг вставляется сюда. Вот он здесь крутится, так что сломаться шланг не должен. Что у нас есть на поверхности? На поверхности есть кнопка для шнура, для закручивания шнура, это раз. Есть включатель с регулятором, то есть он регулирует и можно включать. Вот, давайте заглянем внутрь, что же внутри у нас.
Внутри у нас все стандартно и просто. Здесь вот есть маленькая щеточка. Это для труднодоступных мест, я так предполагаю. Она убрана прямо внутрь. И мешочек для сбора пыли. А запасные мешки я покупать не стал. Хотя надо бы, скоро ремонт. Мешочек довольно-таки объемный. Закрывается, как всегда, защелочкой, вот такой вот задвижечкой. И сделан из такой плотной фильтрующей ткани. Ну, в общем, вот по внутренним составляющим все. Давайте все-таки попробуем, работает ли он или нет. Это самое главное, что меня интересует, поскольку не проверил я работоспособность в магазине. Да, уплотнение здесь выполнено. Резиновая вставка стоит, вот в роли резиновой вставка, уплотнение. Здесь есть съемный фильтр для того, чтобы не попадала пыль в сам насос. Стоит съемный фильтр. Так, что еще здесь есть? Здесь тоже внутри установлен какой-то фильтр, но так я понимаю, он не снимается. Он не снимается. Еще написано, что есть функция обдува. Это, наверное, вот здесь вот есть отверстие. Здесь отверстие. И, наверное, сюда вставляется. Да. Вот он сюда вставляется. И уже можно использовать его для обдува. Но, скажу я вам, держится не очень плотно. Хотя сейчас вроде стало нормально. Наверное, просто сначала не защелкнулось до конца. Ну что ж, давайте попробуем. Давайте попробуем, как он работает. Для начала надо найти розетку. Тянет насос очень хорошо, даже на маленьких оборотах. Видите, прямо притягивает кожу, хотя обороты минимальные. На больших оборотах можно, наверное, заработать синяк. Очень быстро нагревается, то есть проработал он совсем ничего, а воздух дует уже теплый из него. Пылесос работает, это самое главное, потому что боялся, все-таки поторопился, не проверил. Так, пылесос работает. В общем, значит, вот такой вот пылесос фирмы Samsung. К сожалению, марочку я не знаю, какая это модель. Класс защиты 2. Вот такой вот был сегодня обзорчик пылесоса. Стоит недорого, тянет мощно. И сказали мне, что вот эти... Вот такой вот был обзорчик пылесоса. Стоит недорого, тянет мощно. Попробуем его в работе, как он работает. Ссылочки я на него оставлять не буду. Есть ссылочки на него я оставлять не буду, поскольку покупал я его в магазине. Магазин Технопарк. Перейдите в описание, там есть ссылки на мою группу ВКонтакте, где будут выложены фото поподробнее. Сфотографирую, расскажу, разложу. Ну а на сегодня все. С вами был Владимир, канал «Китай стал ближе». Всем до новых встреч. Пока!